категория униформенной одежды вовсю эксплуатируется фэшн-дизайнерами. Очень популярны летние комбинезоны в стиле сафари, модели на выход из шелка или атласа. И даже в холодное время года с помощью комбинезона можно разнообразить свой гардероб. Если раньше это был более урбанистический образ, утилитарный, свой милитари или сафари, то на сегодняшний день это вполне может быть комбинезон и для выхода в свет, и для вечеринки, и для работы. То есть, ну, он стал таким более универсальным.